А полная перспектива — это когда слышишь всю песню, чувствуешь и переживаешь ее развитие с точки зрения обычного слушателя. Это дает четко понять, что работает, что нет в эмоциональном плане. Кроме этого, ты четко понимаешь, когда микс закончен. О, привет. Вечерняя школа Куш. Меня зовут Грегори Скотт. Сегодня мы поднимем, возможно, самый важный вопрос, который знаком абсолютно любому звукорежиссеру на планете. Без разницы, это ваше основное занятие или вы сводите собственную музыку в подвале. Без разницы, в каком стиле работаете, есть там вокалист или без вокала. Какие вы используете техники, абсолютно все равно. Вопрос в том, как понять, что микс готов. Меня это спрашивали столько раз, что я сбился со счета. Ирония в том, что на него очень просто ответить. По крайней мере, лично мне, не берусь говорить за всех остальных инженеров. Все просто и понятно. Но перед этим мы, пожалуй, разберем вопрос одного из подписчиков по имени Флэшберг, который откомментировал один из прошлых роликов под названием «Не слушай то, что сводишь». Если не видели, крайне рекомендую его посмотреть. Вкратце, основная мысль в том, что когда крутим, например, снейр, следует следить не за самим снейром, а наблюдать за тем, что окружает наш снейр, и то, как изменения снейра влияют на микс целиком. Следим за так называемой полной перспективой, один из самых сложных навыков, так как очень легко потеряться в мелочах, утонуть в деталях. А полная перспектива — это когда слышишь всю песню, чувствуешь и переживаешь ее развитие с точки зрения обычного слушателя. Это дает четко понять, что работает, что нет в эмоциональном плане. Кроме этого, ты четко понимаешь, когда микс закончен. Поэтому связываем это с сегодняшним более обширным вопросом готовности микса. Спасибо, Флэшберг. Он пишет, что вы имеете в виду, говоря «расширьте свой фокус». Вы советуете, как я понял, слушать все одновременно. Но я считаю, что подобное невозможно. Да и не имеет смысла, потому что это подразумевает не слушать вообще ничего. Отличный вопрос. Я рад, что он оттолкнул меня на сегодняшнюю тему. Я имел в виду наблюдать всю звуковую картину целиком. Это довольно хитро в отношении звука, но очень просто понять, используя аналогию с изображением. Мы же все познаем глазами, это наше главное чувство. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас отодвинули экран подальше от лица или отодвинули сами, если смотрите на стационарном компьютере. Подняли глаза и рассмотрели комнату, в которой находитесь. Покрутите головой, повернитесь, осмотрите всю комнату. Наверняка у вас там кое-что поближе, подальше, задний план. Выберите что-то на среднем плане. Например, рисунок на стене или ваза на столе. Без разницы. Рассмотрите это. Жестко зафиксируйте свой взгляд на этой штуке и постарайтесь вникнуть в мельчайшие детали. То же самое происходит в голове, когда мы слушаем снейр, и крутим его компрессор или эквалайзер, сфокусированный только на снейре. А полная картина... Давайте вы сейчас, сохраняя ваш взгляд в том же самом положении, расслабите глаза. Как правило, в этот момент наши глаза из такого вот положения раздвигаются самую малость. И расслабив взгляд, вы начинаете понемногу улавливать общий вид того, что находится... вокруг, на периферии. Довольно странное явление, потому что вокруг все как бы размыто, и это вполне логично, более того, связано с ответом на наш вопрос. На периферии все в тумане, и тем сильнее размыто, чем ближе к углам, именно так устроен наш зрачок. Мы не можем точно идентифицировать объекты там. Если там что-то у меня сбоку, и я наверняка не знаю, что это, я и не пойму с помощью периферийного взгляда, я определю форму, цвет, довольно общую информацию. Но периферийное зрение с другой стороны крайне чутко к движению. И главная причина этому — эволюция, которая научила нас замечать какого-нибудь тигра в джунглях. Что-то двигается там, возможно, угроза. Мы должны знать об этом. Лимбически, в обход сознания, эта информация напрямую идет в лимбическую систему, запускает «бей или беги». И без каких-либо размышлений, взгляд уже там, мы всматриваемся, анализируем и тут же понимаем, угроза это или нет, все ли в порядке. И это как раз очень похоже на то, что поможет определить, закончен ли наш микс. Вот как это выглядит. Лично я, выполнив
70-80% проектов, всю черновую работу. Типа, динамика ударных вполне сносна. Общий тембр, все плагины на мастер-канале. Работает как надо. И я приступаю к поиску и доведению деталей. Всякие автоматизации разных эффектов, переходов, все то, о чем мы уже говорили в прошлых сериях. В общем, прорабатываю нюансы. При этом важно то, что я начинаю слушать с самого начала, воспринимая весь микс как историю. Да, я слушаю весь внимание, но расслабленным взглядом, и слышу музыку, не разбирая ее на части, не беру увеличительное стекло и не высматриваю изъяны. Вместо этого все, что я делаю на завершающем этапе, отвлеченно куда-нибудь гляжу, трек играет, и вдруг что-то происходит. Я это замечаю, такой, окей. В этом месте снейр пропадает на фоне нарастания синта. Надо запомнить. Это раз. Микс продолжает играть. О, я не расслышал первые два слова в переходе. Надо будет подправить. Это второй момент. Микс продолжает играть. Замечаю третий недочет. Нажимаю стоп. Поправляю эти три замечания. Делаю это очень быстро. Пару минут здесь, пару минут там. Поправил третий момент. Возвращаюсь к началу. Нажимаю пробел и опять расслабляюсь. Попиваю кофеек, чем-нибудь себя занимаю. Трек в это время заходит дальше. Я такой, опа, это надо подправить. Один, два, три. Нажимаю стоп. Возвращаюсь, исправляю и начинаю с самого начала. В общем, идея понятна. Я продолжаю весь этот процесс, крайние 30% проекта могут занять у меня от 2 до 8 часов. Я редко делаю это непрерывно, обычно у меня в работе сразу несколько проектов, потому что я свожу свою музыку, и у меня не висит над головой клиент. Основной смысл в том, по мере того, как передо мной разворачивается история, я как главный редактор или режиссер монтажа, в момент, когда что-либо звучит из ряда вон, мешает, берет на себя слишком много, то это тигр. В моем периферийном взгляде, размытым, но чутким к движению. Тревога, микс еще не готов. Тревога, микс не готов. Так я себе это представляю. И в какой-то момент, неожиданно, для самого себя я понимаю, песня готова. Типа, воу, у меня нет замечаний, никаких 1, 2, 3. Странно. Оцифровываю микс в реал-тайме. То есть слушаю его еще раз, но в этот раз уже выйдя из комнаты, заняв себя чем-нибудь, например, глажу одежду или занимаюсь другими домашними делами. Главное, что я не особо вслушиваюсь в микс. Он оцифровывается где-то там. Иногда кое-что может так и не понравиться, в особенности, потому что я нахожусь физически в другой точке, подальше от рабочего места. Главное, чтобы было слышно. Вдруг замечаю, мне кажется, или слишком много 40 Гц в моей бочке, в припеве. Стоп, машина, исправляю, цифрую заново. Возвращаюсь к домашним делам, и, как правило, одна, две, чаще три попытки такого миксдауна в режиме реального времени. И я дохожу до конца без каких-либо замечаний. В половине случаев я даже не замечаю, как миксдаун завершился. Типа, ничего себе. Оцифровалось до конца, то есть я не заметил ничего странного и не остановил процесс, занимаясь своими делами. Это означает, мой проект готов. Ничего не пугает мой периферийный взгляд на протяжении всей песни после 2-3 таких прослушиваний. Спасибо за интересный вопрос, Флэшберг. Смотрите и слушайте широко. Такой вот у меня способ делать это и понимать, что микс закончен. И пора двигаться вперед.